Я не знаю, запашок, честно сказать, прям бодренький. Давайте нахуй. Нормально! Ну, сойдет. Ну прям засирать не буду. Нормально, да, сойдет. Вот так вот где-то. Нормалек. Даже еще зацеплю. Ну давай попробуем. Энергетик от Насти Евлеевой. Я вот, честно, не стал бы это пить каждый день. То есть это не тот энергетик. Но водки сюда захуярить. И, ребята, у вас будет прям вообще, ну, нормальный бэкстеп. Здесь сыр и острый перец. Да нет. Я думаю, это очень вкусно. Их помыли водой, вообще вкуса нету. Не, я прям кал ставлю. Прям кал. Видеоблогерский дизлайк. Шаурма запеленная. Бля, пацаны, продают шаурму, а по факту хрен и холодец. Я не против хрена и холодца. Да, в чипсах неплохо. Даже неплохие чипсы, честно сказать. Но... Энергетический напиток, арбуз Буава. Ну, вот так вот. Я даже ниже поставлю, я расстроен. Холодец и хрен. Ты же вам термомер. Вот это пятерка. Ну, тут нормально. Реально прикольный чип. Изи-пизи. Кетчуп драйв. Ну, нормально. Ну, среднее сойдет, нормально. Сойдет. Заебись. Так, следующие чипсы. Малосольный огурец. Ой, нет. Ну, да. Короче, чипсы малосольные мне вот так вот. Ну, ладно, в общем, мне это не понравилось. Хуйня. Полная это ебень. Хуйня. Так себе вкус. Я не думаю, что Фанта. Манго-апельсин. Он какой-то на запах, во-первых, он хуже, чем на вкус. Вот честно сказать, он более насыщенный на запах, чем на вкус. А вот на вкус как-то, ну, вот просто ни о чем. Во-первых, такое чувство, что очень мало газа. Вот, я понял. Они как будто содержат в себе все. Очень много лимонной кислоты и очень мало ароматизатора. Да? Стой, ты все так чипсы... Короче, бразильский майонез. Фу, блин. Ну, вот так вот ставлю. Вот этим чипсом майонезера Базильеро. Смотрите. Ну что, Final Countdown? Какой ужас. Это фаворит? Ну, наверное. Хотя я еще не попробовал крабовый или крабовый шикардос. Типушка БДСМ. Блин. Очень мало. Очень мало краба. Они, типа, очень мало. Они дороже, что ли, эти ароматизаторы? Короче, суть в том, что все эти чипсы, вот несколько вкусов, которые я бы рекомендовал. Хрен, холодец, нормально, ничего. Согласен, так. Это топ. Хорошие прям чипсы. Это топ-1 у меня. Кетчуп, ничего, такие. Средненькие, но сойдут, в принципе, нормально. И шаверма, которые не шавермы, да? Но они, как бы, опять же, просто не острые, холодец и хрен. Все остальное какое-то недосоленное, недожаренное.